Здравствуйте, уважаемые ученики пятых классов. Продолжаем изучать и повторять всеобщую историю. Историю древнейшего Рима. Сегодня у нас видеоурок 48. Тема «Установление господства Рима во всем Среднеземноморье». Средиземноморье. Изучим 5 коротких вопросов. Первый. Поражение Македонии. Второй. Разгром Сирии и конец Македонского царства. Третий. Смерть Ганнибала по Плутарху. Четвертый. Разрушение Коринфа и Карфагена. И пятый. Триумф после победы над Македонией. Первый вопрос. Поражение Македонии. После победы над Карфагеном Рим начал борьбу за подчинение стран Восточного Средиземноморья. Самыми крупными государствами здесь были Македонское, Сирийское и Египетское. Римляне умело натравливают их друг на друга и громят поодиночке. Готовясь к войне с Македонией, римляне привлекли на свою сторону греков, провозгласив себя освободителями Эллады от власти македонян. Сирийского царя Антиоха римляне убедили не помогать Македонии. Он не осознал той грозной опасности, какую представлял для стран Востока Рим, и не оказал Македонии никакой поддержки. В войне с Римом македонский царь потерпел поражение и должен был вывести из Греции свои войска. Вот что произошло вслед за этим на стадионе близ города Коринфа. Огромные толпы народа сидели и смотрели на состязание. Вдруг при звуке трубы, призвавшись всех к молчанию, на середину вышел глашатай и объявил, что римский сенат возвращает эллинам независимость. Среди собравшихся поднялись волнения и шум. Весь стадион встал. Никому уже не было дела до состязаний. Все рвались приветствовать римского консула, спасителя Греции. В те дни лишь немногие греки понимали, что совершается не освобождение Греции, а смена ее господ. Второй. Разгром Сирии и конец Македонского царства. Вскоре римляне, объявив войну сирийскому царю Антиоху, высадились в Малой Азии и разгромили его войско. Сирийское царство навсегда лишилось своего могущества. После победы над Сирией римский сенат решил подчинить себе и Македонию полностью. Начинается новая война. Исход ее был решен в ожесточенной битве. Македонские воины храбро сражались, защищая своих детей и жен. Первый удар фаланги был настолько страшен, что посидевший в боях консул до конца своих дней вспоминал это кровавое зрелище. Римляне пытались мечами отбиться от длинных копий, или пригнуть их к земле щитами, или оттолкнуть в сторону, схватив голыми руками. Все было тщетно. Первые ряды римлян были жестоко истреблены, а остальные стали отступать к своему лагерю. Римский консул в сильном волнении разорвал на себя одежды, так как пали духом его легионеры. Но когда фаланга стала преследовать римлян, в ней из-за быстрого бега по неровной почве образовались разрывы. Воспользовавшись этим, консул приказал своим отрядам вклиниться в пустоты неприятельского строя. Римляне проникли за ограду македонских копий. Теперь они сражались не со всей фалангой, а против отдельных ее частей, нападая с незащищенных боков и заходя в тыл. Сила вражеского войска разом иссякла. Македоняне обратились в бегство. И таким образом македонское царство перестало существовать. Римский консул получил право на триумф. Так назывался торжественный въезд в Рим полководца-победителя. В дни триумфа полководец носил почетное прозвище император, по-латински это повелитель,
главнокомандующий. На третьей смерть Ганнибала. Великий древний писатель Плутарх так описывал смерть Ганнибала. Он писал, что пока был жив Ганнибал, римляне не знали покоя. Они считали его огнем, который всегда можно раздуть. После поражения в войне Ганнибалу пришлось бежать в Сирию, где он стал военным советником царя Антиоха. Ганнибал уговаривал его заключить союз с Македонией, чтобы вместе бороться с Римом. Но царь не внял мудрому совету и был разгромлен. Спасая жизнь, Ганнибал покинул Сирию. После долгих скитаний он стал советником царя небольшого государства Малой Азии. Римляне потребовали от этого царя выдать полководца. Боясь римлян, царь согласился. Ганнибал пытался скрыться, но увидел, что его дом окружен воинами. Не желая стать племенником, он принял яд, сказал при этом: «Снимем тяжкую заботу с плеч римлян, которые никак не могут дождаться смерти ненавистного им старика». Четвертый. Разрушение Коринфа и Карфагена. В Греции после ее освобождения, мнимого, конечно, римляне повели себя как в завоеванной стране. Это привело к тому, что греки очень быстро все сообразили и стали браться за оружие. Они мужественно сражались за свою независимость, но были разбиты. Римляне сурово расправились с восставшими, особенно пострадал богатый торговый город Коринф. По повелению Сената он был разрушен до основания, а место, на котором стоял, было предано проклятию. Уцелевших жителей продали в рабство, произведения эллинского искусства вывезли в Рим. Захватывая области в Восточном Средиземноморье, Рим не забывал и о Карфагене. Его военная мощь была сломлена, но римские купцы боялись соперничества более опытных карфагенских купцов. Старый и влиятельный сенатор Катон, побывав в Карфагене, был поражен обилием кораблей и товаров в его гавани, богатством жителей. Вернувшись на родину, он стал призывать к полному уничтожению цветущего города. Каждую речь в сенате Катон заканчивал словами: «Все же я полагаю, что Карфаген должен быть разрушен». Начинается новая война. Римское войско осадило Карфаген. Все население героически стало на защиту своего родного города. Женщины обрезали свои длинные волосы, из которых делали канаты для метательных машин. После двухлетней осады, когда в Карфагене начались голод и болезни, римляне приступили к штурму. Город был взят, разграблен, сожжен в том же году, что и Коринф, 146 год до новой эры. Карфаген сравняли с землей, предал вечному проклятию то место, где он стоял. В результате захватнических войн Рим установил свою власть во всем Средиземноморье. Завоеванные области стали называться провинциями. Триумф после победы над Македонией, пятый вопрос, длился целых 3 дня. Так рассказывает о триумфе после победы над Македонией древний писатель Плутарх. В первый день на сотнях повозок провезли захваченные у врага статуи и картины. Во второй день проехало множество телег с македонским оружием, сверкавшим начищенной медью и железом. Тысячи людей несли тяжелые сосуды с серебряной и золотой монетой. На третий день по улицам двинулись трубачи. Далее следовала колесница пленного царя с его оружием, поверх которого лежала диадема, то есть головной убор, знак царской власти. За колесницей вели царских детей. Глядя на малышей, римляне не могли сдержать слез. Позади детей шел сам царь в темной одежде. Он словно лишился рассудка. И, наконец, на колеснице ехал полководец-победитель. Он был одет в пурпурную, затканную золотом тогу и держал в руке ветку лавра. Все войско следовало за ним, распевая песни. Домашнее задание. Объяснить значение слов, выучить это значение наизусть. Эти слова такие. Провинция, триумф, император. Проверьте себя 3 проверочными
вопросами. Первый. Как римлянам удалось привлечь на свою сторону греков перед войной с Македонией? Второй. Как и где греки узнали о возвращении независимости городам Эллады? Была ли эта независимость действительной или мнимой? Третий. В чем проявилось преимущество построения римского войска в решающем сражении с македонянами? Спасибо за внимание. До свидания. На следующем видеоуроке мы с вами рассмотрим рабство в Древнем Риме.